всем привет на канале Олег Нестеров. В Брест с новым мы вот с Анатолием, выкини сигарету. Закопченные. Да. Снова мы с Анатолием тут выехали на срочный ремонт. Как бы Вася собирает машину, но немножко у него не встает балка. У нас были подозрения, что... То есть у нас поверху все сходится, а по низу чуть-чуть балка не сходится. То есть балку он заменил, но новая чуть-чуть не сходится. Как бы мы уже устранили этот вариант. И хотел бы я показать вам, не как вытягивается это, да? А многие просто говорят, ну что, нужен стапель. То есть я же уже показывал колхозный стапель. Но мы повторимся, может кто-то не видел и урок затерян. А система проста. Проста до немого. Вот такая штука на платформе. Толщина металла здесь, по-моему, пятерка. Отверстие на 10 и приваривается ухо. Ухо сразу можно либо какое-нибудь откидное, потому что если в гараже, об него будете спотыкаться, да? И приставляется на вот так вот, на бетонный пол, если у вас есть бетонный пол. И потом вот так перфоратором просверливаешь. И анкерным болтом. Выглядит он вот так. То есть засовываем болт, и когда мы закручиваем болт, здесь у нас идет конус, который расширяет металл и делает распорку. То есть он уже назад не вылазит. Закручиваем на 4 болта, это с головой. То есть была практика у меня, что я и на 2 затягивал, да? И крепим к полу. Мы закрепили, и ну, здесь мы закрепили машину, чтобы она у нас просто не отъезжала, да? И вот здесь вот нам надо было немножко подтянуть лонжерон. Вот здесь вот была складочка, то есть мы ее разровняли, да? Крепить лучше, конечно же, не вариться к лонжерону. Лучше найти какие-нибудь технологические, да, болты. И, как вы видите, мы вот рассверлили две пластины, прикрутили их и зафиксировали жестко на болты. То есть и пластины между собой сварили. Почему мы так делали? Потому что мы сначала одну прикрутили. С той стороны крепится подушка двигателя, просто чтобы она не упала. Одну прикрутили, вторую и сварили между собой их. Ну и здесь нам, конечно, повезло. Здесь вот есть рельса. То есть сюда уже не пришлось нам делать платформу, да? Мы ее закрепили к рельсе. Но если рельсы у вас нет, то также можно сделать и платформу. И, как вы заметили, вот она идет у нас под искосом, да? То есть цепь, как бы она тянется немножко вниз. Как бы нам то на то и надо, но если вам нужно тянуть по прямой, то есть вот так, да, вполне можно вот сюда, между полом и здесь, поставить козелок, на который ставится машина. То есть и приподняв на какую вам нужно высоту, цепь у вас будет тянуться туда, но здесь будет упор, и то есть основная сила будет распределена туда, на какую высоту вы поставите цепь. Ну, тут мы уже как бы дотянули, все на место у нас вот встало. Вот такие вот пироги. То есть система очень проста, можно использовать место стапеля, да? То есть такие штуки можно прикрутить по всему гаражу. В малом гараже у меня именно так и было. То есть вот такая нехитрая, простая система. Ну, а у нас с дядей Толей еще такая небольшая новость. То есть машины я сейчас как бы мало беру на ремонт, да, беру только для уроков машины. И поэтому как бы заработок с машин-то не особо большой. И чтобы дядя Толя подработал, чтобы у него зарплата была, да. Чтобы не бесплатно работал, улыбается, да? То есть партнер АИР, да, нам предложили открыть интернет-магазин. Ну, интернет-магазин не по запчастям, хотя очень жалко. Может быть, мы это и пробьем. А интернет-магазин по продаже, ну, там, маечки всякие, да, часто спрашивают, Олег, вышли майку. Маечки, кружечки, кепочки, толстовка. Любая одежда, там, любые там наклейки, да, то есть с логотипом канала там, или с нашим логотипом из дяди Толи. И эти маечки можно будет приобрести по любым электронным деньгам, то есть как в обычном интернет-магазине.
То есть, ну, и небольшая выручка с этих маечек будет. То есть, маечки не мы покупаем, все затраты берет на себя организация АИР, да. То есть, мы от этого будем иметь только 10% от продаж. То есть, и то это там с какой-то скидки, что-то заморочено. Ну, как бы, я думаю, если маечки покупать будут, дядя Толя голодный не останется. Вот так. Если оденем футбольную команду, то с этим... Да, футболисты, вперед! Дядю Толю поддержите. Так что скоро будет открыт магазин. Я вывешу ВКонтакте на страничку, нужен ли интернет или не нужен. И вывешу примерные товары, которые там продаются. Но они будут не с нашими логотипами, а с другими, да. Но на эти же товары можно будет нанести логотипы. И примерные цены там тоже есть. Цены, кстати, я посмотрел, вполне реальные. Мне даже маечка процентов на 30-35 обходится дороже в Бресте сделать ее, да, купить маечку и сделать, чем там цены. Я посмотрел, вообще халявные. Дальше вот так. Все, кто там дожидался дядю Толю, можете поддержать его. Будет магазинчик, дядя Толя будет иметь денежку с этого магазинчика. Да, футбольными мячами. Ну и, конечно же, с машин он тоже будет иметь. Но машин сейчас немного меньше. И скоро уже, как бы, школа, можно сказать, открыта. Уже объявился набор. С 20 ноября начнутся занятия. Как бы школу организовывает, там не подумайте, что это я организовываю, да, дедали же просто бы не потянул бы такое большое мероприятие, потому что много что там нужно, нужен и класс, нужны и оборудование, нужно и место, где проходить практику, правильно, то есть практические занятия. То есть специалисты, учителя тоже будут. Ну и деда Олежа, конечно, будет. И первые три группы, скорее всего, я буду проводить теорию. Ну и, конечно, под эгидой Sky Motors. Sky Motors находится в городе Рязани. Телефончик вы видите подо мной. То есть все справочки по этому телефону. Запись на группу с 20 ноября по 15 декабря уже, как бы, можно записывать. Цена там оглашена, ну или договоритесь, там узнаете. Питание, ой, не питание, проживание входит в цену. Ну и цена, мы думаем, умеренная. То есть мы как меньше не считали, просто не получается. Надо закупать, как бы, и на чем тренироваться, правильно, на заборе не будем тренироваться. Это будут либо запчасти новые, потом мы их будем мять, чтобы человек мог выпрямить, человек мог зашпатлевать, человек мог покрасить, загрунтовать, на чем учиться, на чем тренироваться. Либо это будет машина в оконцовке, да? Ну а с этого курса, именно вот с этого, кто двоих лучших мы выберем с Андреем, да? Кто больше всех успевает, кто больше всех ответит. Ну, выберем по... Тем или иным причинам мы выберем кого-то, двоих, которые будут участвовать в грандиознейшем проекте «Хаммер». «Хаммер», да? Будет подключено телевидение, Андрей этим займется. Не знаю, сколько каналов, но много, да? Будет все это освещаться на нашем канале, будет на Брестском телевидении, на радио. Все это будет освещаться, все это будет проект очень интересный. То есть по открытию школы, да? По школьным занятиям, как это все проходит. Ну и дальше уже люди, кто следующей группой пойдет, уже будут видеть, чем занимается школа, как проходят занятия. Ну, естественно, все это не будет. В ходе уроков весь курс будет записан. Весь курс будет записан на флешку, и учащиеся смогут... То есть увести с собой также и курс. Это будет и как воспоминание, и как конспект. То есть с собой можно также иметь диктофоны. Ну, я думаю, ничего сложного. Уроки будут проходить в легкой, непринужденной форме, как всегда, да? Не без анекдотов, не без приколов. То есть
не напряжно. Так что вот так. С гостиницей уже там промониторил Андрей. Как бы гостиницу уже возможно забронировать на 20 мест на месяц. Да? Ну, курсы будут как бы 3 недели. По окончанию курсов все сдадут экзамен. Много кого и заинтересует этот вопрос по школе, да, пожалуйста, звоните по вот этому номеру Sky Motors, и Андрей вам все объяснит. Либо Андрей, либо наш юрист. А Толя изъявил желание в приемной комиссии быть. Ну, если дядю Толю поддержат, то, конечно, может быть, мы возьмем и дядю Толю. Да, на первую группу дядю Толю возьмем. Так, для поддержки настроения хорошего и бодрого. Так что записывайтесь в школу. Записывайтесь в школу. Будет весело, будет интересно, будет что вспомнить, будет что запомнить. По окончанию учебы получается диплом и сертификат к диплому. То есть какие работы проводились. Ну, короче, сертификат. Я не знаю этих точных документов, это Андрей знает. И аккредитация от фирмы Sky Motors. То есть с таким дипломом, то есть это не уроки от дяди Олежи, да? То есть как там с таким дипломом, я не знаю, куда пойдешь. Ну, хотя вскоре это будет, я думаю, известная школа. Это будет аккредитация и это будет пролонгация, или как это назвать, от компании автосервиса Sky Motors. То есть это будет доказательство, что вы прошли именно у специалистов обучения. То есть, и если вы будете устраиваться на работу куда-то, да, в какой-то автосервис, они вполне могут пробить по контактным телефонам, учились ли вы, как учились и что учились, вся эта информация будет, да? То есть, будет подтверждение, будет резюме, но, то есть, будет помощь по интернету, то есть, если вы занимаетесь отдельно где-то, да, в своем гараже, конечно, вам диплом этот только на память нужен, да, то есть, кому его предъявлять. Естественно, в ходе этого всего, это же будет и телевидение, это будет и радио, это будет и на моем канале все выкладываться, да, эта весть потихонечку разойдется, то есть, весть о вас, что вы учились, что вы работали, будет. И будет создан отдельный канал по ученикам, по школе, да, где и будет база данных всех учеников, кто учился в видео, да, кто как сдавал на экзамен, то есть кто как покрасил. И в виде рекламы это будет как бы крутиться, и потихоньку люди узнают, что есть такой справочник. Допустим, я вот хозяин автосервиса, да, я хочу человека, ну, более-менее серьезного, как бы несерьезный, не поедет учиться, да, который займется, допустим, у меня на сервисе ремонтом, которого смогу доверить работу, чтобы не искать его где-то. Он залез туда и посмотрел, так, город Тверь, ага, так, есть, да, с Твери вот учился такой-то человек. Все, он находит этого человека и договаривается о работе, либо также люди договариваются о клиентах. То есть у нас много также подписчиков, да? У нас много подписчиков, которые тоже будут следить за этим, да? И я думаю, на первых порах даже человеку, который отучился и приедет, у которого еще нету клиентов, и клиентов надо нарабатывать, кто-то ему подгонит свою машину, какую-нибудь девяточку или шестерочку, да, для ремонта. То есть, да, пусть не за такие большие деньги, пусть они вместе ее сделают. И человек будет доволен, что сделает, да, и как бы новый испеченный кузовщик, маляр, тоже немножко руку поднатаскает. Там еще один, может, человек. У нас как бы общество наше гаражное уже очень большое, в каждом уголке нашей страны есть кто-то из подписчиков, да. Даже вот когда я в Рязань приехал, мы встретились, вот 8 человек пришло, и многие как бы просто не смогли доехать, не успели, кто-то не узнал, кто-то позже посмотрел, но в Рязани много подписчиков. Так что смотрим. Информация для размышления, то есть это дело сугубо добровольное, никто не заставляет. Но подумайте, взвесьте все. И первые занятия у нас будут, как я и сказал, с 20 ноября по 15 декабря.
есть у вас такой момент, подарить себе хороший подарок, хорошие впечатления, которые останутся, да, на Новый год. Ну и как бы на этом все пока. Далее, Толя, расскажи анекдот народу. Девушка, а у вас печенье свежее? Ой, нет. А пряники? Берите лучше печенье. Нормально. Заскочили с дядей Толей пообедать. Передай привет, дядя Толя. Всем привет. Приятного аппетита. Кушает, занят. И уже выяснилось, вот, что в школу записано 7 человек на этот курс. Так что 20 человек – это не так уж, как оказалось, и много. Запись идет, так что шевелитесь, торопитесь, узнавайте. Как-то так. А на сегодня мы прощаемся с вами. Всем добра, дядя Толя, и бабла. Правильно?